Я рад быть uh, в нашей семье, Сиэтл, Seattle, be Seattle, Bethany. И служить дарами и талантами, которые Бог дал для народа Божьего и его славы. Такое, знаете, сегодня, наверное, раз пять или шесть нашей церкви сказали, что это последнее служение хлебопреломления в этом году. today there has been about five times mentioned that this is the last communion service of this так, year уже, uh, согласны, думаем, выводы, uh, делать, да, and perhaps our mind right now is making conclusions about the, the past year и когда я готовил эту проповедь, я тоже как бы памяти своей uh, итоги подводил. Это четвертая проповедь, которую я говорю здесь на north. И мне стало интересно, помнят ли люди первую проповедь, которую я говорю Кто-то скажет, что это такое? Special, что мы должны помнить твои проповеди. Some might say you're not so special. <laughs> ну еще пастора Василия куда не шло. <laughs> yeah, Pastor Vassili maybe, but not you. <laughs> <laughs> Но все-таки. But still. Кто-то может помнит, как называлась хотя бы проповедь, которую я говорил. Наверное, это было uh, март месяц. Does anybody remember the sermon that I spoke here about March? Еще раз

и мы говорили, что мы, смотря на Иисуса, смотрим, как Он приближался к людям и стал, стал настолько близок, что умер за них. И мой призыв был такой, чтобы мы пытались в этом году быть ближе к людям, те, которые не знают Бога. And my call to Одно дело быть ближе в церкви, это важно, как тело Иисуса Христа. It's one thing being close to Но вместе с тем, не сильно как бы отдаляться от грешников, которые нуждаются тоже в Иисусе. И я думаю, насколько мне лично удалось uh, в этом году быть таким. В этом плане,

Кстати, напомнить главную задачу церкви. And to you of the, the most of свойственно забывать. We have the to И благодаря things. воспоминанию мы сами себе напоминаем эти вещи. Uh, Эта проповедь, я назвала ее «Послание со креста». Я хочу, чтобы мы прочитали место uh, из Иоанна. Прежде всего несколько слов. Uh, but I have a few words before. Пока вы ищете в своих Библиях 19 глава, 16 стих, uh, verse, or 19, verse 16. я хочу сказать uh, вот так панорамно про Евангелие, да? I would like to show you a of the Все Евангелисты, описывая жизнь Иисуса Христа, All the writers, Matthew, Luke, John, земле, as they uh, wrote the story of Jesus' life towards the end of it, zoom in. they almost zoom in the last moments. Do, do you understand what I'm trying to say? Делают, вот, ближе ближе. They almost zoom in the life of Christ to the details. Его месяцы превращаются в недели. His, his become weeks. Его неделя превращается в дни. А последний день But the last day в часы. Becomes the hours of his life. А последние часы в минуты. И таким... Образом Дух Святой хочет обратить наше внимание на важность этих событий. In, of И это Jesus касается life. всех евангелистов. And this, this goes all the Даже Иоанн, несмотря на то, что он больше, чем на 90% отличается от трех синоптических евангелий, здесь он не отличается, он тоже делает этот зум-ин. Is like the others, same zooming in to the life of Christ. Читать, and this is particularly interesting to read because he was a witness. He was there when Christ was being crucified. You remember the other apostles ran away and hid. And here he is the witness of what he saw.

Тогда, наконец, Он предал Его им на распятие, взял Иису... взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа, там распили Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал им надпись и поставил на кресте, и написано: было Иисус Назарей, Царь Иудейский. Эту надпись читали многие The, um, inscription that made, many people read. из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Okay? Yes, Первосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал ⁇ слава Богу ⁇ Это очень интересное слово. This is a very interesting couple of words. Если мы его будем читать и в контексте, If we read it in the context, и попытаемся применить к нам сегодня, and, uh, try to apply it to our lives, мы знаем, что когда uh, казнили людей в то время, we know that when people were punished, At that time of history. Империй, when the uh, uh, Roman Empire existed, people were put a little sign on their chest, the ones that were being punished. This wasn't just Jesus that had a sign on top of him.

сообщение для других людей. Если вы будете это делать, что Он делал, то и вас ждет такая участь. И надпись Иисуса Христа тоже была по этой традиции сделана.

миссия, мотивация какая-то. И наше uh, внимание обращает uh, то, что эта надпись была сделана на трех языках. Мы читаем, что там было написано на еврейском. Да, это был арамейский язык, которым люди тогда говорили. Это был язык, которым люди тогда говорили. Древнегреческом. The old Greek. И римском. And Latin. Я думаю, что мы, как славяне, вот два последних можем, и здесь, живя в Америке, можем попытаться прочитать, правда? Perhaps we could possibly read the last two, because Ukrainian language is Верхний нам сложнее прочитать. Кроме того, он пишется еще из права налево. The upper is a little harder to read. It's going right to left. Но what the, что это за языки? Это не было тоже уникально по отношению к Иисусу, потому что Пилат хотел знать, чтобы все понимали, в чем его вина. Потому что он хотел, чтобы все знали, в чем его вина. Because все понимали, все читали. This, Но что это за языки? Арамейский язык the Aramaic language это язык местного населения. Is the of the local Те, кто жил тогда в Палестине. Those who lived that time in Греческий язык the Greek language это интернациональный язык. Was the international language. Тогда все, как сегодня, приблизительно английский, общались на греческом. что если вы сегодня поедете, ну, большинство стран мира с английским вы не пропадете. You have, you know English, приблизительно так world. было с греческим тогда. That's how the Greek was back then. Благодаря Александру Македонскому, если вы помните его историю. To the Grey, if you your story. И латынь. And Latin. Язык римлян, которые говорили на латыни, the of the это был... Uh, язык, на котором говорила власть. Вы знаете, что Иудея была провинцией Римской империи, а Понтий Пилат был наместником в Иудее. Это нам напоминает Деяние 1.8, не так ли? Это надпись задает географию будущей миссии учеников. Смотрите. Деяние 1.8. Uh, Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии и аж до края земли. О чем это говорит? Что Uh, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Uh, Jerusalem was the local mission, Judea and Samaria was a little bit further. География расширяется очень сильно. And to the ends of the earth, this stretches out the field of missions for apostles. Еще о чем говорит эта надпись? And one more thing, this uh, inscription, the sign says, что эта жертва она включала в себя разные слои общества. The, the sacrifice Jesus Christ made included many different social groups in it. Это послание This message говорит о том, что разные уровни а, социальные того общества включены для проповеди Евангелия. Смотрите, арамейский язык ⁇ это язык религии, язык религиозных элит иудеев. Aramaic language was the language of the religious elites of that time, the Judean. It's the king, the, Christ is the king, the king of religious people. This king died for these religious people. Then we see the Greek as the language of culture and education. Язык интеллектуалов. Люди образования тоже нуждаются в Иисусе. Можем мы сказать Аминь, братья и сестры? Они не исключены из жертвы Иисуса. Иисус их тоже любит. Из-за них он умирал. И говоря о латинском языке, который есть языком власти, language, power, мы понимаем, что и этот слой общества, официальные лица правительства, uh, не исключены we из жертвы Иисуса. Он хочет спасти и законодателей, людей юриспруденции. They, he wants to save those lawmakers as well. Что это для нас значит? Как What, мы можем это сегодня применить, братья и сестры? Первое, о чем это говорит, это надпись, эти языки, это все, что мы сейчас на, нарисовали в контексте а, того времени.

Но жертва Иисуса Христа покрывает весь глобус земного шара. Когда-то Рейхард Бонке видел видение или сон, как кровь Иисуса мывает Африку, африканский континент. Но But, это было его призвание. На самом деле кровь Иисуса омывает весь земной шар.

Всякий верующий. В украинском языке каждый, кто поверует в него. Давайте скажем это слово «всякий». Вместе. Всякий. Понимаете, мы иногда, когда мы хотим свидетельствовать, мы избираем людей. Вот этот пригож, вот этот, наверное, нет. Мы Testify to. Но Писание говорит, что всякий верующий в Него the says who in him не погиб, но имел жизнь вечную. Perish, Другое место Писания говорит, чтобы все люди пришли к познанию истины. Никто не исключен из жертвы Иисуса. No Кстати, вот этот стих uh, в 2022 году этот стих в 2022 году John 3, uh, в Гугле и в других платформах интернет его набирали больше, чем 2 миллиона раз. It was searched for больше, чем в 172 странах его искали. In more than 172 countries, о чем это говорит, братья и сестры? What does this tell us? Что жертва Иисуса не потеряла своей актуальности. That the of did not lose its Понимаете, сегодня в мире людям нужен распятый Иисус. Бог, который умер за них. Жертва, о которой мы должны напоминать друг другу.

The, the multi-language part shows Jews that they're not just the special, special, um, Messiah, not only for them. Messiah is not just for them. Он пришел, чтобы спасти весь мир. He came to save the world. Конечно, в нашем человеческом ограниченном разуме это сложно вместить. Limited, it's, it's Но мы церковь Иисуса. But we are the of это не касается кого-то отдельно. It do, uh, И особенно, живя здесь в США, мы должны понимать, что... Не нам одним принадлежит спасение. Я думаю, что вы слышали такие разговоры об эксклюзивности славянского народа. Sure нас Бог призвал. God has us, нас сюда привел. He has us У него особенные планы для He нас. Has plans for us. Бог любит весь мир. God loves the world. Его обятия His arms are open wide for all the people. Our actions. не должна ограничиваться только нашей церковью. Alone, не только нашим комьюнити. Но и тех людей, которые не включены в нашу комьюнити. Которые говорят на других языках. Speak особенно мы, как пятидесятники. У нас есть Потенциал духа, который позволяет нам, что-то я сейчас такое мистическое скажу, we have the potential us говорить на других языках, другим людям. To speak in and to other Это то, что было в Пятидесятницу. И у нас есть такой потенциал. And we have this potential. Иногда я молюсь. So I often pray. Был такой случай у меня. I had this, uh, Thing happened in my life. Я с вьетнамцем работал. I worked with a, a Filipino, or a Vietnamese guy, sorry. Different. Я ему... Я молюсь, Господи, дай ему, может, хоть какое слово, хоть что-нибудь сказать, чтобы привлечь его внимание. Ну, вот такая наивный я был. Ну, вот что-нибудь, ну Дух живет во мне, Святой. Я говорю на языках, ну, дай что-нибудь сказать. Бог мне не дал. И я ему на английском говорил, как and у него. И он говорит, ты знаешь, все хорошо, я ну, верю, что вы правильные христиане, Иисус это хороший человек. Но перед тобой мне другой рассказывал о том же. Но со мной, я то и мне о Христе. Он не рассказывал, что в церковь мне нужно идти. сказал, что не нужно идти в церковь. Но в конце рабочего дня day, он подошел к нашему, не знаю, как на, на нашем сказать, геймбокс, как это сказать, где все инструменты лежат, материалы. И взял to uh, шурупов и положил себе в карман. Взял другой рукой и положил в другой карман. Я well, ему говорю, что ты делаешь? And I told him, What are you doing? Ты же пять минут назад мне об Иисусе говорил. Он говорит, у них много есть. He's like, But they have so many. И у меня закрываются уста. And my mouth Друзья, я хочу, чтобы мы понимали. Friends, I would like us to так как жертва Иисуса Христа изменила нас. How the sacrifice of Jesus Christ has changed Она меняет меня точно, точно же такую имеет силу менять других людей. It has the exact same power to change people around Но us. Но нам важно быть светом. But we have to be the light. Чтобы свет, который в нас не был тьмой. So that the light that's within us wouldn't be darkness. Пусть нам Бог в этом поможет. May God help help us in this. Еще одни, одно значение этого всего ⁇ это доступность жертвы Иисуса. Друзья, любой человек из нашего общества может прийти к Иисусу. Of, люди религиозные, the people, люди интеллектуальные, образованные, the folks, люди власти, the вы знаете, вот сейчас Рождество приближается. Не, несмотря на то, что Иисус родился в Яслях, и к Нему могли прийти пастухи, это не помешало мудрецам чуть позже прийти поклониться Ему. Как царю. Но теперь Он распятый царь. But today he's a, he's a sacrificed king who completed his mission and he's calling everybody to come to him today. We know the, the sick had access to him. The poor had access to him. Отверженные общества, но society, также к нему приходили богатые, came, которые служили ему своим имением. Their, their люди, люди, с окружения Ирода, Herod, потому что все нуждаются в Иисусе. Каждому нужно принять жертву искупительную жертву Иисуса.

Tell your about the of Jesus. Если вы трэкр драйвер, расскажите своим компаньонам об Иисусе. If you're a truck driver, tell your about Если вы работаете в сфере образования, If you work with расскажите там своим коллегам, студентам о том, что их все еще любит и ждет Иисус. Tell your colleagues, your students, that Jesus loves them and He's waiting for them. We have uh, down south a uh, sister named Julia. And she uh, said a testimony. She works as a, a, a teacher.

Она говорит, что студенты видят, что я другая. But she says that the kids, my students, see me that I am different. Они спрашивают у меня. And they asked me. Я не могу молчать. She says I can't keep my mouth closed. Mouth closed. I have to tell them. Им about нравится, Jesus. нравится слышать об Иисусе. And they like hearing about Christ. Но это против системы. But it's against the system, against the rules. Друзья, что я хочу сегодня сказать? Friends, what I want to tell us today. Если мы послушны посланию со Христа, if we are faithful to the calling of christ, we become in conflict with this world. and there's no way of avoiding this. We, be, we start being in conflict with the laws of our day. with the principles of this world, we risk the fact that people, will laugh at us we, we, we risk being cast out,

Это уникальность жертвы Иисуса. It's the of Jesus, of sacrifice. Надпись на кресте uh, говорит «распят царь». The sign on the cross said, A king. Это звучит и выглядит парадоксально. It seems ironic, and it Это не вкладывается в головы людей того времени. Uh, for people that During those days they couldn't comprehend this idea at the time of Roman Empire of their power when king means power, when kings means the use of power, when king is the guy who controls the armies, what king can be crucified? Какой это царь? Это что-то неправильно. Как вы думаете, Пилат на самом деле признал Иисуса Христа царем? Он же знал, что на самом на самом деле настоящий царь сидит в Риме, это Кесарь. Но он хотел унизить а, иудейскую элиту. Это определенная ирония была. It was ironic. Помните, как они его шантажировали? Ты не друг Кесарю, если ты его не пошлешь на смерть. У них на самом деле очень часто были стычки, конфликты. Обычно A fight between them. Но он не знал, But did not know, что то, что он написал, это пророческое послание. That what he wrote was a это не первый раз, It's not the first time когда человек, не знающий о том, что он говорит, говорит пророческое послание. Помните, в uh, uh, 11 главе Иоанна есть случай с Каяфайтом. The thing with Caiaphas, when he said, умер, It's better for one man to die. чем весь народ пострадал. Он не знал, что он говорил. Но будучи первосвященником на то время, он сказал пророческие слова. И Пилат, как человек власти, Pilate, else, не зная того, power, провозгласил пророческое послание, word, результат которого будет в веках. В этом и парадокс жертвы Иисуса, of the, the sacrifice of Christ, что распятый царь властвует, that the dead, the king still он царствует He still со креста, From the cross that he's как on. бы парадоксально для этого мира это не звучало, как тогда, in. так и сегодня, не просто такую весть возвещать, братья и сестры. Just like then and today, это не слабость и не проигрыш. It's not or, or Это царствование в такой способ. The, that's the of чтобы нам проповедовать такого царя, нужна смелость, мудрость и сила от Духа Святого. Как-то одному своему начальнику на работе One time to one of my managers at work. Я говорила о при Иисусе. Я говорит, Я не king. хочу это слушать. He says, I don't hear about this. Я люблю Иисуса при like Я люблю раз like Я не люблю при like Мне нравится Я в яслях. I like the baby in the major. Я говорю, Иисус при том Иисусе. Я говорила Я даю вам вызов, том Friends, I would like to offer you a challenge, or right? I challenge you. Вот Christmas, да? As we approach Christmas, the, the most this is the best time to testify to witness of Christ. Try to have spark some kind of conversation to talk about Jesus. Tomorrow. своему соработнику, to your своему соседу, to your neighbor, которому ты не говорил еще об Иисусе, to you've not about Jesus yet. попробуй рассказать о том, что за него умер Иисус. Try to tell them that это не просто. Поэтому я говорю, что нам нужна мудрость и сила Духа Святого. На днях я в Коско что-то покупал. И смотрю там помощник продавца или and, кассира Габриэль имя у него. Я посмотрел на кассира, а у нее имя Элизабет. Saw that the cashier's name was Пока Elizabeth. она что-то там считала, я говорю, ты знаешь, интересного совпадения Гэбриэл и Лизабет. Много не надо. Если у тебя миссиональное мышление, ты зацепишься за любую деталь. Она улыбнулась, говорит, действительно интересно, я не заметила. И она сказала, что это действительно я говорю, это с одной истории из Ивана или Луки, помнишь? She, Она, да, знаю, да, да. She's like, and I asked her if she knows a story about Elizabeth in the Bible, and she said she does. И все. И уже человеку достаточно для того, чтобы задуматься. Мы не знаем, как Дух Святой работает в жизни людей, друзья. Не знаем, не всегда знаем. Мы не всегда узнаем об этом. Но поверьте, Он работает. Последнее свидетельство. Иногда мне говорят, брат Раллек, сегодня его нету. Он Brother говорит: Brother Дима, ты призвал. Ты призываешь свидетельствовать людей о Боге. He's like you call people to testify about Jesus. Расскажи, как это работает в твоей жизни. Tell me how it works in your life. Ты, ну вообще это реально? Is it? Do you do what you say Ты you хочешь американцев видеть в нашей церкви? Do you want Americans in our church? Why not? <laughs> Why not? Я рассказываю эту историю. I already told you this story. Uh, пришел я на одну работу, другое место поменяли проект у нас. Uh, I came to my job, a new project that I was given. И форман, который у меня был, the, the that, that under, я говорю, что ты знаешь об Иисусе. Him, you know Он говорит, я все знаю, мне не надо рассказывать. Я говорю, окей, ты ходишь в церковь? Нет. Нет. почему? Why? Потому что я не хочу слышать об Иисусе. I don't want to hear about Jesus. Иногда на этом разговор наш заканчивался. And другой раз я ему говорю ну я должен хотя бы тебе сказать что иисус продолжает тебя любить я там проработал всего две недели и потом пришло сообщение что все кто на данный момент не имеет привыкки уволить я еле-еле получил эту работу и они даже не спросили меня, хочешь ты или не хочешь, уволить. They, и вот стоим мы, он на iPad заполняет аппликацию и говорит мне, so sad. ты должен уволен быть. Мы все позаполняли там, я подписался. He, I it out, it. И все, я вещи собрал и готов уходить. И он говорит, я хочу тебе что-то еще сказать. He says, I tell you else. Я говорю, окей, давай. Окей. Okay.

Но я ей сказал, что я не поеду к ней, я не хочу ее видеть. Her, wife, mother, она говорит, ты, я знаю, что ты не любишь свою маму, что не хочешь ее видеть, но я куплю все, что она любит, вкусные подарки, и мы поедем к ней, и ты будешь у нее на день рождения. Me, I like mom, I her, gifts, likes, go я, говорит, противился. Он говорит, я был но потом я ехал по дороге домой, и она опять не позвонила, говорит, мы вместе едем после работы к ней на день рождения. Home, I, Он говорит, ты же знаешь, как только я к ней приеду, она опять не о Боге говорит, опять о Библии, опять об Иисусе.

и мы вместе с ней начали плакать. Она по телефону, я в машине. Ты знаешь, что я понял, говорит. Что Бог меня достал и там на работе через тебя. Я убегал от своей мамы. Through my mother. Я даже не хочу на birthday к ней ехать. Uh, to Но Бог меня и там достал. Слава нашему Богу, братья и сестры. God. Мы не знаем, как Дух Святой, как Бог, работает в жизни людей и к кому Он нас приведет. Не стесняйтесь говорить о распятом Иисусе. Каждый из нас, Jesus, пусть Дух Святой даст нам силы, strength, мудрости wisdom, и дерзновения boldness, говорить о распятом Царе. Давайте мы встанем для молитвы.